Чемпион мира среди студентов прошлого года. Чемпион Украины. Бронзовый призер международного турнира Гран-при Александр Медведев. В синем трико Бекхан Гайгериев. Российская Федерация. 26 лет борцу. Он из города Касавюрта. 10 лет занимается борьбой у тренера Алхузура Минтулаева. Гайгериев в этом году стал чемпионом России. Иранский борец Энсанпур и Бекхан Гайгериев.